Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами боксом. Называется FreeSurf. И на просмотре сайтов мы зарабатываем денежку. Этот сайт похож. Такой вот был у нас долларовый бокс. Только это рублевый. Не пугайтесь. Все замечательно. Сайт платит. Здесь все это прочтете. Значит, ну, регистрация здесь очень наипростейшая. Я уже на ней останавливаться не буду. Вход по имейлу и паролю. Я войду как бы в кабинет. Значит, я проверила уже этот бокс, естественно, на вывод. Здесь также, друзья, нужно активировать Pair кошелек. Я рискнула. Я сюда зашла. Я уже несколько дней здесь работаю. Просто я хотела набрать денежку на вывод, так как бокс очень жирный. И в режиме онлайн показать то, что бокс платит. И первый раз, когда я выводила, мне сказали, ну, опять же таки, как и в том боксе, активировать Pair кошелек. Но здесь, в отличие от того бокса, подтверждение на 1 рубль. Ну, 1 рубль, думаю, я закину. Но потеряю, так потеряю. Тогда я его выкину. Не 1 доллар, согласитесь. Я рискнула, закинула. Вот у меня пополнено 1 рубль. И я этот 1 рубль, вот он у меня упал на рекламный баланс, друзья. Я пошла в обменник, и этот рубль, вот обмен денежных средств рекламного баланса на основной баланс, я его перевела на основной баланс вывода. У меня был там рубль с копейками, и вот у меня выплачено 2 рубля 19 копеек. Это я делала вывод 3 ноября. Если мы перейдем в историю, вот дата операции 3 ноября, секундочку. Значит, 3 ноября перевод выполнен. Ну, с учетом комиссии 2 рубля 16 копеек. Комментарь freesurf.ru. Все замечательно. Вывод инстантом, то есть мгновенно. Вот это мне понравилось. Я как бы свои денежки вернула, плюс и заработанные. На данный момент у меня на балансе рубль 68. И вот я хочу как бы в режиме онлайн вам показать вывод. Значит, ну, серфинг вот здесь. Сейчас, ну, у меня как бы просмотрен. Здесь более чем достаточно его. Мы все умеем просматривать серфинг. Далее, кран также здесь дает бонус. Кликаем по ссылочке, возвращаемся, получить 1 копейку. Рубль 69 стал. Далее, реферальная... Так, сейчас я вернусь. Здесь такая рекламка вот выскакивает. Реферальная программа, находится наша партнерская ссылочка. Так, пополнять баланс, если только мы хотим рекламить свои проекты. Обменник я вам показала. Теперь, ну, задания здесь нет ничего. Вывести денежку. Давайте выведем денежку. Вот мой вывод. 2.19 3 числа выплачено. И вот у меня рубль 69. Кошелек у меня прописан уже. И вывести денежки. Выплачено. Видим, да, друзья? Активация, напомню, всего лишь 1 рубль. Переходим на Pair кошелек. Так, это я на крестик нажимаю. Сейчас я вернусь вверх. Перезагружаю кошелек. И, пожалуйста, 9 ноября, рубль 67. 9 ноября. Перевод выполнен с учетом комиссии. Там 2 копейки взяли. И... комментарий. Выплата. Мой логин. freesurf.ru. Ну, в отличие от того бокса, этот замечательно все платит. И как бы жирненький бокс, друзья.
Вот это уже мой второй вывод, как бы выплачено. Здесь статистика. Кому интересно, пользуйтесь. Ничего страшного нету. Вы, когда наберете минималку, вы активируете, закинете этот 1 рубль, повторюсь, и он упадет вам вот на этот баланс рекламный. Понимаем, да? Далее вы идете вот сюда в обменник. И вот здесь обмен денежных средств с рекламного баланса на основной баланс. И здесь уже рубль стоит по умолчанию. Кликаете «Обменять», и у вас с этого баланса упадет на основной баланс. И вы свои денежки можете вывести. Как бы вот я вот так сделала. Да, я рискнула, и все замечательно. Букс жирненький. Ну, все супер. Ну и добавить рекламку. Это уже для рекламодателей. Вот здесь цена за 1050 рублей. Здесь 70 рублей. Здесь 100 рублей. Ну это уже, знаете, по желанию. Эконом, обычный премиум. Вот здесь заголовок, ссылочка. Здесь кликайте, выбирайте, какой вам тариф нужен. Как бы... Во всех буксах мы можем рекламить свои проекты. Ну и плюс кран. Вот. И вот раз в сутки он дает нам как бы бонус. Ну я, если честно, бонус это не собираю. Это я как бы я зайду, просмотрю серфинг. В заданиях нет ничего. Ну, в принципе, я все вам показала, рассказала. Кому интересно, работаем. Но неинтересно, проходим мимо. Вот. Вот задания какие-то здесь. Но я здесь ничего не делаю. Я только серфинг, друзья. Вот этот серфинг. Здесь его более чем достаточно. Чуть позже у меня высыпет здесь очень много. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.